Всем привет, друзья мои! Это Hell Neighbored, полная версия игры. С вами Андрей Петер, и мы говорим привет, соседушка, и нажимаем Enter. Итак, мы находимся в городе, посреди домов, бежим по дороге за каким-то мечом. Так, и где же наш живет наш сосед? Угу, давай. Мячик прикатился. А это наш главный персонаж, получается, да? Соседушка, да? Да, соседушка. А что он там делает? А что он сделал? Мы потихонечку подходим к его дому. Что-то там кричит у него, я не понимаю. Черные перчатки у него какие, ПРС-эты. Вау! Куда бежать-то? Че это было? А че это было? Ключ. Ключ на голубом столе у нас, да? Второй этаж. Мало ли, понадобится мне это. Я же не знаю. Первый раз, кстати, играю в эту игру. Вышла в полной версии, мы попробуем в нее сейчас поиграть. А вы не забывайте ставить палец вверх и подписываться на канал. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Открыли дверь. Давай, скрывай ее нахуй. Открыли дверь. Ага, спрятались. Куда идти? Куда мне идти? Второй этаж нужен. Так. Холодильник. Есть что-нибудь? Нет. Пустой холодильник. Как он ест? Что он ест мне? Интересно, блин, знать. Где ты, пельмень? Что-то ходит там, колобродит, смотри, ищет. Увидел, что-то орёт. Орёт, смотри. Грозный, блядь. Грозный сосед у нас получился какой-то. Непонятный. Так, ну может мы... Беги, блядь. Беги, дурак. Беги, блядь. Убегай. Убегай в окно. Не, нельзя. Как нельзя? Оп, свет. Орёт что-то, блядь. О. Блин, он увидит меня сейчас. Ой, братан! Братишка! Ты, блядь, ну и рожа у тебя, Шарапов. Ладно, попытка номер два. А это вот наш дом. Такой красивый, такой голубенький. Пойдем посмотрим, что у нас есть. Так, в шкафу ничего. Телек не работает. Видео. Проигрыватель тоже вроде не работает, походу. В шкафах ничего нету. Холодильник есть что-нибудь? Блин, у меня тоже в холодильнике. Ни хрена пожрать нету. Духовка чистая, все чисто. Это ванная комната. Такой мини-обзор моего дома, да? Радио. Открывайся. А, это типа колодовая, да, такая? Угу. Пойдем наверх. Так, надо мышку сделать чуть-чуть поменьше. Тоже слишком она. Так, что это? Взять это мы не можем. Так, лавочка. Дома лавочка. Класс вообще. А это моя комната, да? Такая спальня, такая хорошая, такая вся из себя, с ковриком. Ладно, пойдем в дом соседушки нашего. Смотри, как
Тачка у него модная. Да? Какая? Бля, серьезный аппарат. Серьезный аппарат. А что это? О, я выключил все. Ему там нафиг. И он сейчас пойдет, наверное. Выпа, блядь! Да хрен тебе, блядь. Курь. Алёшка, Алёшка. Не поймаешь ты меня. Сука, он меня сейчас увидит, смотри. Смотри. Не, не видишь? Ушел? Чё ты музыку мне включил? Твою мать, когда ж ты уйдёшь-то, а? Ушёл, нет? Блять, вали, 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 братан. Так. А как мне его открыть? Интересно. Что этот, блядь, блядь, fuck you. Сраный кусок говна. Как мне залезть на второй этаж? А, во, смотри-ка. Может, вот так-то? Можно, да? А? Как-нибудь. Блядь. Оу. Сейчас попробуем. Давай. Ну давай, ё-моё. Сейчас он меня увидит, или теперь? Да пошел ты в жопу, блядь. Да как он меня ловит, я не понимаю. Как он меня видит? Как мне попасть на второй этаж, лучше мне? Скажите кто-нибудь. Так, ладно, мы будем действовать по стелсу. Если кто помнит такую игру. Sprintel Cell, блядь. Сука, вали, 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 вали. Блядь, он меня с кем че... Клеем, блядь, кидается. Ах ты, сука. Хрен тебе, упырь. Шо такое? Не догнал, да? Не догнал, парнишка. Так, ладно. Второй этаж нам нужен, да? Блядь, он, сука... Зарядку делает, ё-моё, ночью. А если нам вот сюда вот пройти? А? Можно? Нет, дальше нельзя. Нам можно только здесь сюда ходить. А толку мы здесь будем ходить? Ага, вот так сейчас. Уйдем. Пройдем. Как мне его коробку эту взять, как? Опять ты, блядь, ни хрена себе он летает. Сука, спецназовец хренов, блядь. Смотри, кидается. Дядь, отстань, дядь. Сука, он опять зарядку делает. Чё, конченый, что ли? Ага, здесь разбил окно, можем сюда пойти. У него вообще ничего нету. Понимаешь, да? У него... На улице ходит он, наверное, да? Я надеюсь. Пошел на... Пошел на... Орет, смотри, блядь. Он ищет меня, что ли? Что ли? Не пойму. Походу. Так, туда. То бишь, я так понял, суть игры, надо попасть в ту комнату мне же, что ли. И дальше, 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 да? Я так понимаю. За то, что я спрятал, смотрите как. Надо по-любому лайкосик поставить. Один. Хрен, а чем ты меня кинул, блин, дурак? Твой дурак, блин. Дурак, блин, беги, 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 братан, беги. Так, надо понять, а это что такое? Гаечный ключ нужно найти, смотри. Смотри, а где у тебя гаечный ключ есть? А, чувак.
Блять, у него нету гаечных ключей, блядь, дома. Конченый, что ли? Как ты вообще живешь, братан? Опять ключ. А, орёт, блядь, смотри. Орёт, блядь, сидит. Какой, блядь, грозный парниша какой, да? Как взять коробку мне? Объясните. Ну ладно. Блять, пацан. Остановись. Старый, остановись, блядь. О, где это я? Слышь. Эй. Где это я? Я не понимаю! Твою мать! Чё это было? Ты чё кидаешься? Дурак! Менты? Дурак! Не-не-не, туда я боюсь... Иди туда! Телевизоры висят, смотри какая комната, блядь! Большие потолки, моя мечта, блядь! Так, давай туда пройдем. А тут нет ничего. Ну ладно, пойдем на белый свет в конце туннеля. Да, старый нас, конечно, пугает. А нельзя, да? Ну ладно, пойдем, давай. Куда-то я попал, непонятно было мне. И в итоге... Нам надо как-то вот сюда, вот это, понимаю, да? Попасть. Коробочку бы какую-нибудь бы, как ее? Сядь-то ее, я не понимаю. Ну давайте-ка остановимся и посмотрим. Посмотрим мы, посмотрим управление. Так, ну. В принципе. Ничего такого не было у нас. Можем открыть дверь, нет? Нет, не можем. Так, ну ладно, давайте. Второй этаж, так второй этаж. Пошли. Бегом рашем. Б. А чё? Так, нам надо взять какую-то коробочку. Как ее взять, я не понимаю. Он не хочет ее и их брать. А почему? Я не в понятках в итоге. What? Тихо, тихо. Он где-то рядом. Дурак, ой, дурак. Машина? Братиш, давай аккуратнее. Не гоняйся за мной. Ты что, педофил, что ли? Ну, тебе за это, блядь. А, лошара, не догонишь, блядь. Давай, давай, беги за мной, дебила. Кусок, блядь. Хрен тебе, бурь, блядь. Давай, давай, беги, 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 Андрюша, беги, блядь. Не догонишь ты меня. Ни хрена себе летает там что-то. Вау, чем ты меня кинул в меня? Так, ну короче, что-то я не очень понимаю, что тут надо делать. Давайте еще раз зайдем в мой дом. Посмотрим, может быть, какую-нибудь коробочку можно здесь взять. Если не получится. А, гаечный ключ может быть у меня дома, да? Давай посмотрим. В шкафах. Так, гаечный ключ, гаечный ключ. Гаечный ключ обычно хранится в кладовках, да, у нас? А, я понял. Надо удерживать и брать. Ё-моё. Ну-ка, пойдем попробуем. Давай, 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 давай. Блин, опять ты. Осел старый. Давай, 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 давай. Выходи.
Да ёпона мать. Давай, давай. Угу. Ну шёл, вроде бы. Эй, я Миродагиев, бардо жалаповать на мой накал, личицец. Ги сегодня. Чё за язык там? Блядь, дурак. Ой, дурак, блядь, дурак ты, сука. Ты затрахал меня. Сука, окна вон. Ярил себе все. Давай, пробуем еще раз. Да ёб твою. Давай, давай, давай. Раз. Сюда. Сюда. Бля. Меня сейчас бомбить будет. Так. Бля. Ну давай резче. Запрыгивай. О. Сука. Не получается. А как тогда? Во. Пошел ты в жопу. Баран, блин. Баран. А где ты? А где он? О, вон, вон, вон. Давай, давай, спим, 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 давай. Давай, давай, давай. Он мне не достанется. Сука, ну и рожа у тебя, Шарапов, в натуре. Как так на моем участке, блядь? Ты стал, блядь, смотри, а, наверху-то. Так. Да ты чё вышел-то? Давай выходи обратно. Давай обратно уходи. Пошёл вон. Вон пошёл, я говорю. О, красавчик. Так, попробуем еще раз. И, блядь, в глаз ему дадим. Да ты дурак, блядь. Так, а если в доме поискать какой-нибудь выход на... Блядь, да ты дурак, блядь. Сука, ты там что, кончил, что ли? Хрен тебе, падла! Я у тебя коробку спиздил. У него коробку спиздил какую-то. Твою мать. Так. Обходим. Обходим огородами. Пробуем еще раз. Я думаю, то, что надо как-то вот... Вот тут вот, а. Ну, давай. Давай. Еще одну, наверное, надо. Коробочку нам, да? Давай еще одну. Угу, взяли. Да ты задолбал. Fuck you, fuck you. Fuck тебе. Мой бочка, блин. Где-то рядом. Где-то рядом, где-то ты рядом. Когда ты рядом, время засыпает. Соседушка, привет. Пока ты сделай мне омлет. Сука. Блять, не-не-не, надо добраться нам до второго этажа как-то. Я не понимаю, как нам это сделать сейчас. Поэтому... О! О! Мы забрались! Мы забрались на крышу! О! О! Хрен тебе, падла! Хрен тебе, упырь! Орёт, блин, смотри на неё. Так. А как нам ее открыть, интересно? А, чем? Разбить, наверное, чем-то надо нам, да, ее? Блядь, что ты так орёшь-то, блядь? А, о, а, о, а. Стёкла бьёт, блядь. Вон туда, походу, нам надо. Давай, тогда пробуй. Вау, дурак, блядь. Ой, дурак.
Давай поищем что-нибудь, чем можно разбить. Такое, да? Очки. Давай, давай возьмем очки. Ладно, берем очки. Берем какую-нибудь такую вот, наверное, хреновину возьмем. И пойдем разобьем окошко, наверное. Попробуем, попробуем, по крайней мере. Блин, беги, 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 беги наверх, наверх, сука. Так, мы наверху. Так, залезаем на крыше. Так. Не разбивается. Не разбивается. О, хорош, красавчик, парнишка. Мужик. Что я сделал, я не знаю. Потому что я вникаю в эту гребаную игру. Так. А, здесь прохода нету, ему некуда деваться, понимаешь? Я с креслом, блядь, хожу. Да не ори, братан. Что я сделал? Давай тогда нажмем. Как надо тогда, да? Почему ты не открываешься? Так, здесь он не пройдет. Так, ему деваться некуда, потому что мы молодцы. О! Картину выкидываем. Залезаем. Это клей. Чем он кидался в нас, блин? Умник. Тоже мне. Страховщик хренов. Так. Что мы сделали? Открываем дверь. Угу. Открывай, 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 молодец. Так, а здесь ключ нам нужен другой. Вот. Вот, какой-то есть ключ здесь у нас. Не, не подходит? Не подходит, блядь, ты смотри. Так, от какой-то двери тогда? У нас есть... Такой ключ есть. Такой ключ есть. Так, ладно, наверх мы уже знаем, как войти. Давай пробовать через первый этаж открыть этим, что-нибудь этим открыть, да? Как, давай, 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 пробуем, пробуем, пробуем. Нет, ничего, ничего, наверное. Не получится? Нет, не получается. Так, вот это, наверное, да? Блять, это не тот ключ. Вау, ты что, мылся, что ли, братан? Ты что? Так, давайте еще раз. Блять, я опять не пойми где, сука. Дом какой-то. Мутантов. Вау. Что такое все большое? Нифига, дядька злой. Дядя, ты что такой злой, дядь? Здорово. Не знаю, что это было. Подожди. Так, а пойдем-ка поищем мы что-нибудь еще другое. Не, не получится. А, окно мы больше не разобьем, получается, да? Блять, 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 давай, 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 лезь. Лезь, 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 лезь. Опа, все. Деваться некуда. Так. Вау! Перелетели. Перелетели. Сорян. Братишка, братан, покушать принес я тебе. Ой, нет, это мы возьмем. На всякий случай. Угу, клеем кидается в меня, блядь. Смотри какой.
Козел какой, а? Давай, 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 давай. Ну ты нифига себе подпрыгнул. Ты видел? Что ты будешь делать? Почему так все неплавно? Да давай, запрыгивай. Япона мать. А, японский городовой, блядь. Почему ты не запрыгиваешь? Ну давай, прошу тебя. Не хочет и все, прикинь. О, запрыгнули. Хорошо. Так, сюда. Сюда. Так, мне надо чем-то ее разбить опять. Чувак, ну-ка, кинь в меня чем-нибудь. Давай, 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 кинь, кинь, кинь в меня чем-нибудь, давай. Кидай. Кинешь, нет? Не откроется, да? Окно. Бросай. Нет, не кидает, короче, да? В общем. О, можно туда забраться, походу. Она открыла. Я понял, походу, ребят. Ну-ка. Что-нибудь тяжелое нам надо, да? Пойдем в дом у нас посмотрим, что есть. Пойдем на второй этаж глянем. Книга. Книгой попробуем сейчас мы. Так, книга не получится. Вот этой хренью, наверное. Попробуем. Давай. Беги, 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 и я бегу. Беги, 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 и я бегу. Так, давай. Что это у нас в руке, я не знаю, поэтому... Блять, опять что ли? Начинается. Что-то у меня упало там. Да. Да. Блять, козел, сука, опять какую-то хрень у меня кидается. О, собрались, хорошо. А, нихуя он прыгает, смотри. О, хорош. Так. Значит, нам нужен клей, наверное. Он не берет, не берет, не берет. Просто не понимаю одного, как, почему он не опускает хрень эту. Ха, дядь, сорян, я тебе выключил все нахуй. Блять, все повыкидывал. Давай, бери, бери, бери! Бери, блядь! На-на! Козёл! Отстань, дурак! Отстань, дурак! В общем, я буду от него бегать, а вам, друзья, если понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и ждите следующую серию. В следующей серии мы попытаемся проникнуть в ту комнату, которая... закрыто на втором этаже. И посмотрим, что там в ней внутри. Всем пока. Всем удачи, друзья.